Рядом со школой номер 2 и детским садом в станице Зеленчукской развернулась большая строительная площадка. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс, который тут появится, должен стать отличным подарком местным жителям. Возведение ФОКа стартовало в марте, но из-за плохой погоды стройку пришлось на некоторое время заморозить. Сейчас же работа тут вновь идет полным ходом. Мы находимся на строительной площадке объекта физкультурно-оздоровительный комплекс. Реализация данного мероприятия стала возможна благодаря участию в программе «Комплексное развитие сельских территорий». Здесь у нас строится физкультурно-оздоровительный комплекс, двухэтажное здание. На первом этаже у нас будет большой зал с трибунами. На втором этаже будет зал для бокса. В скором времени прилегающую к ФОКу территорию благоустроят. Появятся спортивные площадки с соответствующим инвентарем и зоны отдыха. И заботиться о своем здоровье и проводить свободное время с пользой жителям Зеленчукской станет намного проще. Данный объект будет соответствовать всем современным требованиям. Само здание ФОК имеет прямоугольную форму. Общая площадь здания порядка 1500 квадратных метров. На данный момент здание находится на стадии возведения колонн и монтажа ферм. Помимо этого сейчас параллельно изготавливаются фасонные элементы. Популяризация здорового образа жизни набирает обороты. На этапе завершения сейчас находится и другой ФОК станицы Зеленчукской. Но из-за большого числа желающих заниматься разными видами спорта его будет недостаточно. Поэтому строительство второго спортивного учреждения как нельзя кстати. Я очень рада, что рядом с нашим детским садом строится такой новый спортивный комплекс. Так как я являюсь мамой мальчиков, очень хотелось бы, чтобы они с детства были приобщены к спорту, к здоровому образу жизни и к дисциплине. Поэтому хотелось бы сказать спасибо большое всем, кто участвует в строительстве данного комплекса. Это очень важное и нужное дело. Уже к концу текущего года строительство нового ФОКа планируется завершить. И после зимних каникул он распахнет свои двери. А значит, в республике прибавится чемпионов, которыми гордится вся Карачаево-Черкесия. Мария Репална, Зеркапушев, Архыз 24.